внимание. Всем привет! И в этом видео я расскажу и покажу, точнее покажу больше, наверное, как самые простые видеоблогеры, ну, на самых простых видео набирали там 1 000 000 подписчиков и кучу просмотров. Погнали! К примеру, я сейчас напишу, например, вот, видеоблогер, ну, сейчас, вот, Юмилия. Так, вот. Сейчас, тут очень много уже, ну, это, видимо, ТикТок, Инстаграм, Твиттер, ну, тут. У многих видеоблогеров еще есть, как бы, типа, прям как Куплинов, у него почти 1000 каналов, ну, сотни точно, типа, Куплинов, фанат, ну, типа, настоящие каналы. Типа, Куплинов, там, мемы, всякое такое. Вот у этого блогера нет, он хотя бы блогер-миллионник, у нее, точнее, больше 1 000 000 подписчиков. Точнее, 1 000 000 будет. И вот у него есть, особенно самые первые видео, про то, типа, как реакция. Сейчас даже в Ютубе наберу. Так, вот и нашел. Вот, сейчас у него 4 дня видео вышло 60 861 просмотр. 60 000 просмотров. Ну, это, конечно, не так уж прям, чтобы много, особенно для почти 2 000 000 подписчиков, но у нее видео максимально просто, вот сейчас старые выберу, потому что меня старые больше интересуют, там первые. Вот просто самые какие-нибудь реакции, самые простые реакции она снимала. Просто, например, даже тот самый Red21, она вот где просто вот. Ну, типа. Просто приветствие. Качество видео. Ну, качество, да, неплохое. Получше, чем даже у меня. Но в любом случае, видео-то простое, там никаких эффектов особого не было. Ничего особого прям не было. Такого вот. Интересного не было. Ну, кроме того, как сама реакция. Сейчас загрузится. Так. Ну вот. Самое обычное приветствие, в принципе, ничего такого нового нету. Нет, мне вот лично этот видеоблогер очень. Ее блогерша очень нравится, я раньше очень часто любил смотреть, особенно вот ее первые ролики. Почему-то первые ролики прям вообще прям. Когда она снимала Red21, это мой тоже один из любимых блогеров, про него чуть позже расскажу. Она, конечно, интересно очень, вот не нравилась себя ее реакция на видео. Вот. Но у нее, как я понял, заголовки даже вот SEO-оптимизация не особо где-то, вот. 49. Но это так, это не сильно хорошо. На первом видео, сейчас покажу первое видео, там еще хуже. И при этом она набрала за 7 лет, точнее, видео вышло 15 августа 2016 года, набрала за 7 лет 82 340 тысяч просмотров. И оно сейчас еще набирает. То есть, как бы вот. Ну, в принципе, вот так вот. Так, где тут статистика? Вот, у меня. Так. Вот сколько она сейчас... Вот прогнозы на будущее. Вот мне больше всего вот это вот именно интересует. Что какие у меня прогнозы на будущее? Ну, видео мне ее почти... Многие очень, прям очень нравятся. Она еще, ну, когда у нее иногда бывают стримы, прямые трансляции, где она там всякие... Идем. Конечно. В будущем покажу. Ну, то есть, получается, на... Ну, у нее 2024 год прогнозы. 682 тысячи, 700 тысяч,
там 800 тысяч, это по месяцам. Короче, якобы аудитории, просмотры, там подписки будут все расти, расти и расти. Как бы вот так. Ну, я не знаю, сколько это точная информация. Но пока вот такая вот. Пока такие у нее прогнозы. Сейчас вам покажу подробную статистику. Покажу, сколько она примерно зарабатывает. Ну, это не знаю, точно. Но, по крайней мере, ну, тут, скорее всего, точно. Мир. На последний, ну, последний видео у меня набрало один или какой-то. Так, да, последнее. Ну, 13 октября. Всегда. Сработал на предполагаемый доход от 46 до 732 долларов. То есть, ну, неплохо. Самое прибыльное у нее видео, пока вот из этих я смотрю, вот из этих видео, это вот это вот. Которая вышла 18 октября, 18 октября этого года. До двух там с чем-то тысяч долларов. Приблизительно. 137 до 2 тысяч долларов. Ну, неплохо так. Переходим сейчас к следующему блогеру. Ну, следующий блогер, это, конечно же, Red21. Блогер, у него 1000. Итак, вот следующий блогер, конечно же, это Red21. У него на данный момент 4 миллиона, то есть больше 4 миллиона 29, ну, 4 миллиона 290 тысяч подписчиков. И просмотров 1 миллиард 85, короче, больше миллиард просмотров. Это очень много. Типа канала комедии, ну, в принципе, понятно. Конечно, видео, особенно первое, он находится на 86-м месте по рейтингу подписчиков. И получается 144-е место рейтинг страны. Это очень такое, ну, неплохое. Неплохое место, я бы так сказал. Хотя у него первое видео, особенно с первого видео, у него были, как по, ну, очень такие, их, да, они такие легкие были, особенно, где он там просто, типа, насыпал муку, там, побросал там помидоры, яйца и все, так, и скатертью закатал, и в мусорку. Вот по типу таких видео у него набирали несколько миллионов просмотров. Это, конечно, очень много. Я сейчас их выведу на экран, эти видео. Но... Сейчас посмотрим, сколько он... Какой у него прогнозы на будущее, какие у него. Мне очень интересно. Сейчас последние видео они какие-то стали... Не очень. Я, конечно, редко стал смотреть этого блогера. Раньше его очень любил смотреть. Сейчас он как-то, ну, не так, как раньше, как по мне, интересные видео у него стали. И же... немного больше, то есть как бы не сильно такой прям рост ожидается. Сейчас я вам покажу, сколько он зарабатывает.
Ну, это последнее видео, конечно. Заработок не сильно, прям супер большой, даже был меньше, чем у Юмилия. Ну, нет, видео, конечно, больше. Я вообще не знаю, почему. Какие-то были. Так что вот. Ну, самый популярный у него видео, самый высокий доход у него был. Сейчас. Ну. Вот это вот видео. Мазь-невидимка. Заработал от 752 до 6000 долларов. Следующее. Это вот еще видео. Вот. Плазма падшего. От 326 до 2,6 тысяч долларов. Как я становился видеоблогером? До 3, ну от 457, то есть почти от 460 до почти 4 тысяч долларов. То есть, ну вот такие вот. Где тут еще было? Вот. Когда решил лечь пораньше? От 7, ну, от 659 до 5 тысяч долларов. То есть, ну, вот такая вот статистика. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний видеоролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем до скорых встреч!